А вот баловень судьбы, красавец и любимец мисс Эштон. Не тушуйся, Билли. У Эштон много хороших гостей, но ни один из них не близок ее сердцу. Мужайся. Прекрасно, Вирджилия. Очень дружелюбно. Если я даю слово, то держи его, Джордж. Ты должен знать это. Мисс Вирджилия, Гален Девер, ваш слуга. Могу я иметь честь пригласить вас на танец? С удовольствием, мистер Девер. Она само очарование, правда? Именно это меня и беспокоит. Одну минуту, Эштон. Джентльмены, почему у вас такие вытянутые и усердные лица? Радости уже не сохранилось? Вы, юный джентльмен, молодой рыцарь Севера, вы справляетесь с очарованием загнивающего юга? Мы на севере тоже танцуем и много пьем. И ухаживаете за дамами, полагаю? А уважаете ли вы наши основные свободы, а? Думаю, это можно сказать обо всех американцах. Да, однако некоторые из нас готовы пойти дальше в защите их. Хантон явно имеет свою позицию в деле прав штатов, Билли. Определенную. И довольно жесткую с точки зрения северян. Это правда? Или, может, не жесткую, но логичную. В вопросе основных свобод, таких как частная собственность, например. Она уважается всеми, насколько я знаю. Согласно доктрине прав штатов, содержание рабов – это вопрос, который должен решаться самими суверенными штатами, а не всепроникающим, жаждущим власти и настырным федеральным правительством. Но это неверно. Рабы – это человеческие существа, а не вещи, не частная собственность. Наверное, вам нужно лучше почитать Конституцию. Я цитирую 10-ю поправку этого документа. Власть, не переданная Соединенным Штатам по Конституции и не запрещенная ими для передачи штатам, сохраняется за штатами и их населением. Перечитайте это, умоляю вас, мой северный друг. Очень спокойный, Мадлен. Правда? Извините, я забыла о приличиях. Ваше поведение безупречное. Я говорю о состоянии души. Я знаю человека, который страдает так же, как и вы. Кто-то еще так страдает? В этом трагедия страждущего. Он вычеркивает из своей жизни мучения другого. Вы очень умны, Мадлен. Но со мной это не нужно. Я его друг. И ваш тоже. Милые, так вы образовали пару. Вы уже сделали предложение, Форбс? Ну, полагаю, можно и так сказать, мисс Эштон. Я предложил... Форбс пригласил меня на скачки посмотреть, как выиграет его жеребец. О, восхитительно! Я люблю жеребцов. Они такие дикие, неистовые и сильные. Значит, вам понравится канонад. Я объезжал его сегодня. Он в вашей конюшне. О, Форбс, покажите мне его немедленно. Я хочу рассмотреть его. Хочу его потрогать. Ну... Наверное, я мог бы. Мисс Брэд? Нет, спасибо, Форбс. Я увижу его на скачках, а вы со штаны идите. Побыстрее, Форбс. Я хочу увидеть жеребца. Может, я покатаюсь? В этом платье? Полагаю, я могу снять его. Ах!
такое сборище политической тины. Ты с врожденным чувством чести готов убежать от этой толпы. Я любовник, а не боец. По крайней мере, на вечеринках. Эштон? Почему твоя кузина так холодна со мной? Хочешь обжечься, да? Если я не уведу Эштона от Джеймса Хантона, значит, я ее не заслуживаю. Ты упускаешь ту, что была бы гораздо лучше для тебя. Брэд, она очаровательна. И она способна любить. Этого качества нет у леди Эштон. Один к 10 тысячам, Билли. Я ее знаю. Извини меня. Испугались, мисс? Испугалась, нет. Извините меня. Простите. Вам нечего извиняться. Все абсолютно нормально, хорошо. Вы... Грейди. Кучер мистера Хантона. Грейди. Понятно. А меня зовут Вирджилия Грейди. Хазард. Я Вирджилия Хазард. Рад познакомиться, мэм. Так. Ты такой мужчина. Я и не мечтала о таком. Даже если я решу выйти замуж за Джеймса, ну, ради денег и всего прочего.
я буду хотеть тебя. Провели с вами последние дни, Билли. Я тоже так думаю. Я очень хотел бы, чтобы вы не уезжали. Вы мне верите? Вы мне очень нравитесь, Брэд. Очень. Билли. За что? За то, что я вас узнал? Вам наплевать на Брэд. Вы меня наказываете, потому что вы не понимаете. Эштон, я понимаю то, что видел. Неужели? Тогда вы знаете, что вы никогда не будете лучше его. У вас был шанс, Билли, но вы не настоящий мужчина. Вы не воспользовались им. Вы заслужили Брэд. Вы оба дети. Мисс Вирджилия, давайте поедем домой, надвигается буря. О нет, Гаффи, я не хочу домой, это так волнует. Мистер Ори разозлится на меня, если вы промокнете. Я договорюсь с мистером Ори. Ты давно у него работаешь? Да, мэм. У него и его отца, мистера Тиллета. Быть рабом у людей, которые не лучше тебя? Они обычные люди, Гаффи, как ты и я. Мне это не нравится, но я должен делать то, что велят. Но почему? Мы все равны. Мужчины и женщины, белые и черные. Никто не лучше и не хуже любого другого. Мисс, мы должны ехать, вернуться домой. Будет настоящий ливень. Ты хочешь убежать, Гаффи? Убежать на север? Я помогу тебе сегодня. О, мисс, не надо так говорить. Я хочу одного, доставить вас домой в целости и сохранности. Ну что ж, я поскакала. Что случилось? Экипаж застрял. Мистер Хантун с его гостями сели на лошадей и поехали домой. Гаффи, далеко отсюда до Монт-Рояла? Часа два, мисс. Чуть больше в такую бурю. Поезжай. Скажи мистеру Джорджу, со мной все в порядке. Я решила побыть в коляске, пока не кончится дождь. Мне это не нравится, мисс. А если он обвинит меня, что я вас бросил? Не обвинит. Просто скажи ему, что я устала, промокла. Послала тебя, чтобы ты все рассказал. Поезжай. Все будет хорошо. Да, мэм.
Привет, Грэди. Вы помните? Иди ко мне сюда. Я хочу поговорить. О чем вы хотите поговорить с рабом? Ты гордый, Грэди. Тебе не нравится быть рабом. Я хочу быть тебе другом. В Каролине не может быть белой женщины друга для негра. Я с севера. Мы ненавидим рабство. Я в организации, которая помогает беглым начать новую жизнь. Жизнь свободного человека. Свободного? Я думаю об этом все время. Но риск... Свобода стоит того, Грэди. Любого риска. Вы говорите, что хотите помочь мне? Да. И я все сделаю, чтобы доказать, что мне можно верить. Что я принимаю тебя как равного. Вы хотите переспать со мной, да? Потому что я другой? Не хвастайся. Вы знаете, что со мной сделают, если я хотя бы прикоснусь к вам? Я не позволю им наказать тебя, Грэди. Никогда. Я не верю в никогда. Чуть больше мили отсюда есть старый сарай. Они не вернутся. Не вернутся за вами до утра. А они удивятся, почему мы не остались здесь. Нет, мэм. Дверь сломалась, вода попала в коляску. Но Гаффи вспомнит. Он ничего не скажет. Он меня знает. Thank you.
это не для вас. Не потому, что вы этого хотите. Я сам хочу этого. Где мисс Вирджилия? Внутри. С ней все хорошо, сэр. Слава богу. Я понял, что вы не могли остаться в коляске. Да, сэр, но я знал, что вы догадаетесь. Знал, что вы найдете нас здесь. Вирджилия, все в порядке? Вирджилия, слава богу, вы целы. Цела, да. И голодна. Джордж, вы не очень-то торопились. Да ну, Грейди хороший нигер. Как раз такое, чтобы поддержать в трудную минуту. Благодарю вас за него, мистер Хантон. Уверяю вас, он превратил неприятную ситуацию в удовольствие. Никогда не понимал, что люди имеют против хорошего личного слуги. Я считаю это обычным удовольствием. А раб более предан, чем наемный слуга. Я почти поверил в это. Это правда, клянусь. Ты говорил с человеком в Чарстоне. Пароход в Филадельфии уходит завтра ночью. Он может взять меня, но сумма очень велика. Держи. Это все мои деньги. И хватит? О, это больше. Неважно. Тебе они нужны. Можешь прочитать? Я умею читать. 1221 Стейт-стрит, Филадельфия. Это безопасный дом наших друзей. Квакеры. Впереди быстро. Как только смогу, я приеду. Рэйчел, мне хватит тарелочки земляники. Эштон, ты себя плохо чувствуешь? После приезда Хазардов я вовсе потеряла аппетит. Я не понимаю тебя, сестра. Знаешь, братец Ори, я никого не хотела обидеть, просто перевозбуждение. Я потеряла интерес к еде. Джеймс, заходите, присаживайтесь. Это не визит вежливости, сэр. Вы знаете, что один из моих рабов сбежал? Мы слышали, что Грейди исчез. Мне очень неприятно это говорить, сэр. Я не считаю простым совпадением, что раб, который не выказывал признаков недовольства, решил убежать, когда все вы развлекаете гостей с севера.
Вы предполагаете, Хантун? Я не предполагаю, сэр. Я скажу, что это ясно. Вы помогали моему рабу убежать, мисс Хазард? Одну минуту, мистер Хантун. Вы обращаетесь к моей сестре. Это верно, сэр. Пожалуйста, дайте возможность ей ответить. Вирджилия, я полагаю, что нам с тобой лучше уйти наверх. Прекрасная идея. Нет. Мистер Хантун пришел за ответом. Боюсь, что он не уйдет, пока не получит его. Тогда скажи ему, что это неправда. Если один из его заключенных бежал, Стэнли, тогда я желаю ему всего самого наилучшего. Это не ответ, мисс Хазард. А вы не заслуживаете иного, если не представите доказательств для вашего обвинения. Когда разразился ураган, эта леди провела всю ночь в компании с моим ниггером Грейди, чего не могла бы сделать ни одна белая женщина-южанка. И хотя она заявила, что он охранял ее... Вы утверждаете, что моя сестра лжет? Джеймс, расскажи им. Расскажите. Эштон, я... Тогда я расскажу. В ту ночь, когда Джеймс был здесь, Вирджилия была с Грейди на складе хлопка. Я видела их. Эштон, сядь! Дочка, я думаю, сейчас тебе придется что-то рассказать. Что вы вдвоем делали в хлопковом сарае, Вирджилия? Ты показала ему путь на дорогу свободы. И что еще вы показали ему? Вы с ним спали? Высказывали сочувствие неприятному положению? Этого можно ждать от аболюционистской шлюхи! Возьмите свои слова обратно! Билли! Уходите из моего дома, Джеймс! Сперва он получит ответ. Я помогала Грейди бежать, мистер Хантун. Я это знал! Вирджилия! Вы считаете его ниггером? А я вижу в Грейди человека, который заслуживает свободы. Однажды вы поймете, что случится. И когда это произойдет, спаси вас Бог. Эта женщина ограбила меня. А ее брат оскорбил меня. Я требую сатисфакции. Я пришлю секунданта. Дуэли не будет. Почему же? Я убью этого краснорожего... Билли, прекрати. Джеймс, пошли, пока он не убил тебя. Я так и знала, что твоя сестра сотворит что-нибудь подобное. Это не моя вина. О, Джордж, мне так жаль. Я прошу прощения. Господи боже, сейчас уже поздно. Здесь нет большего преступления, чем украсть раба, а твоя сестра помогла сбежать Грейли. Да, но ты знаешь Вирджилию, она... Когда эта дубина Хантун разнесет новость по округе, придется плохо, Джордж. Вам всем лучше уехать в Чарстон сегодня же. Мы уедем через час. Смотрим за Билли. Мистер
Хазар, сэр, вы уже воспользовались гостеприимством моего брата. Не думайте, что моя сестра будет столь же доброй. Ори, ты знаешь, как я сожалею о причиненных неприятностях. Я никоим образом... Джордж, я думаю, лучше всего нам пока не встречаться. До тех пор, пока соседи не забудут о случившемся. Я сомневаюсь, что твои соседи когда-нибудь поймут или забудут. Вирджилия была не права в методах, но она делала то, что считала справедливым. Прощай, Ури. Джордж, я... Прощай. Чарльстон, Южная Каролина. Джон. Я так сожалею, мисс Мадлен. Но сейчас уже ничего не поделаешь. Он даже не разрешил мне послать за вами. Но сейчас уже поздно. Доктор говорит, что ваш папа умирает. Позаботься о себе. Да. А я поднимусь наверх. Хотите, чтобы я пошла с вами, мисс Мадлен? Не нужно, мама Салли. Оставайся здесь. Мадлен. Ну, ты так похожа на свою мать. Успокойся. Береги силы, пока не выздоровеешь. Моя дорогая Мадлен, мы оба знаем, что я не выздоровлю. Нет. Папа? У нас был чудесный брак. У твоей матери, у меня. Я хотел такого же замужества для тебя. Но теперь я знаю, что ужасно ошибся. Нет, ты хотел, чтобы мне было хорошо. Я забирал письма Ори, чтобы ты вышла замуж за Джастина. Я знаю. Я давным-давно простила тебя. Есть еще кое-что, что я должен сказать тебе. Нет, не говори больше. О твоей матери. Лоретта заставила меня поклясться, что я никогда не скажу тебе. У твоей матери кожа была светлой, как у тебя. Но она...
Но бабушка Лоретты, твоя прабабушка, была негритянкой, рабыней. Если она не хотела, чтобы я знала, зачем нарушать слово и говорить мне? Чтобы защитить тебя. Я не хочу, чтобы тебя обидели, если плохие люди узнают правду и попрекнут тебя. Папа, кто еще знает? Я люблю тебя. Теперь он с твоей мамой, дитя. Здесь ничего не поделаешь. Знала о моей матери. Почему ты не сказала? Так принято у твоего народа. Когда ты была маленькой, меня волновало, что будет, если кто-то узнает. Но никто не знал. А теперь мы знаем. Ты и я. И это все. Джастин, если он когда-нибудь... Если бы он узнал, ты знаешь, что было бы. Плантатор женился на негритянке. И именно так он о тебе подумает, дитя. Лучше помни об этом, иначе он убьет тебя. Филадельфия, Пенсильвания. Спустя год. Грейди, ты бы очень помог. Я гарантирую тебе, что нет ничего более убедительного для публики о порочности рабства, чем показания человека, бежавшего от него. Я не знаю, мистер Стил. Это опасно. Что если об этом прознает какой-нибудь охотник за рабами из Каролины? Я понимаю твои опасения. Только ты можешь принять это решение. Нам это не нужно. Вам не нужна правда. Вам нужно только ее подобие. Пенсильванскому обществу борьбы с рабством нужны подтверждения порочности рабства. Мы просим только подтверждения, что не будет восстания на юге. Одни разговоры об этом пугают многих. Белых и свободных черных, которые могли бы поддержать нас. И если позволите сказать, мы теряем на этом большие деньги, которые мы платим и за вас. Мой муж и я не продают себя за какие-то монетки. Пожалуйста, подумайте об этом. Лично я верю, что вы оба можете быть полезными для дела освобождения, но не все разделяют мои взгляды. Нужно время, чтобы убедить остальных продлить приглашение, и я сомневаюсь, что оно будет повторено. Многие считают ваши принципы экстремистскими. Но мы уже живем по ним, мистер Стил. Посмотрите на себя, мистер Стил. Вы хорошо одеты. Якшаетесь со всеми белыми, забавляющимися политикой. Помогаете забыть, как тяжело приходится вашим соплеменникам.
И вы не более свободный человек, чем я. Можно вас спросить? Вы это читали, мистер Стив? Конечно, все члены общества читали. И вы все еще верите, что разговоры и речи помогут избавиться от описанного в хижине дяди Тома бичевания, жестокостей? Книга миссис Стоу и наши речи привлекают к ним внимание. Именно этого и хочет общество. Тогда рабство никогда не исчезнет. Оно должно умереть в огне и крови. Когда другие прочтут эту книгу, они также подумают. Нет, никогда. Любые стремления к насилию только продлят страдания. Репрессии только увеличатся. Так. Боюсь, я просто теряю время. Да, сэр. Это так. Я молюсь, чтобы ваши взгляды не победили. Убирайтесь. Холод проникает в меня, как нож. Подложи дров в плиту. Дров больше нет. Когда огонь погаснет, снова залезем под одеяло. Это не могут есть даже свиньи. Грейди, ты не виноват, что потерял работу в доках. Сейчас сотни людей без работы. Ты вернула мне жизнь. И что? Что я дал тебе взамен? Зачем, Господи помилуй, ты вышла за меня замуж? Потому что люблю тебя. Ты мой мужчина единственный. И мы вместе боремся. Мы на войне, ты и я. Но не друг с другом, а со всеми за этими стенами. Люди типа Стила не знают, что идет война. Стил и его люди давным-давно сдались. Но есть и те, кто разделяет наши взгляды на путь освобождения. И когда мы освободим твой народ, когда мы накажем юг за то, что там было, мы поговорим со Стилом и его друзьями, со всеми. Со всеми, кто противостоял нашей борьбе. Что случилось? Ори, сегодня была почта. И ты не получила письма от Билли. Знаешь, они же учатся в Вестпойнте. У него с Чарльзом нет времени дышать, не то что писать. Я получила письмо от Билли. Ах, вот. Это тоже пришло. Прислано для всей семьи. Ни открытка, ни письмо. Только почтовая марка из Филадельфии. Мы там никого не знаем. Билли писал, что его сестра живет там. С Грейди. Хижина дяди Тома. Это дрянь, я сожгу ее. Ори, я читала кое-что. Я испугалась. Эта женщина пишет о нас ужасные вещи.
Что, если северяне поверят им? Бред, эта книга написана северянкой. Она основана на рассказах аболиционистов и беглых рабов, но она не удосужилась приехать сюда и проверить, насколько это правдиво. Джордж и Констанс, и Билли, они знают, что мы совсем не такие. Правда? Конечно, знают, они понимают. Но, Ори, это ты не понял. Что? Когда Вирджилия помогла Грейди бежать. Езжай домой, брат. Вестпойнт, 1856 год. Мы с тобой маршировали по этому полю. А теперь вот они. Лучшие друзья, как и мы с тобой. И правда он красивый. Как и все они. Особенно он тот. Я говорила о Билли. А я знаю, о ком ты говорила. Хотя не понимаю, что ты увидела в этом мальчике, когда вокруг столько мужчин. Для меня Билли мужчина. Полагаю, тебя устроил любой бы из них, потому что у тебя нет духа приключений, как у меня. А я уверена, что твоя помолвка тоже одно из приключений. Джеймс Хантон? Дурак. Эштон? В нем есть только одна привлекательная черта. У него блестящее будущее в политике. А политика, моя дорогая сестра, это то, где сосредоточена власть. Но ведь ты любишь его, да? Не смеши меня. Я не могла бы полюбить только одного мужчину. Подумай, как бы были огорчены остальные. Батальон! Слушаем! Мы служим стране! Мы служим стране! Разойдись! Ура! Ура!
тогда лучше переменить мнение. Вовсе нет. Привет, дядя Джордж. Поздравляю, Билли. Спасибо. Отлично выглядишь. А, мама. Билли, дорогой. Констанс, спасибо, что приехала. Билли! Что? Поздравляю с назначением. Спасибо, Майлз. Я хотел бы всех познакомить с лейтенантом Майлзом Вудвардом, моим другом. Майлз. Ори Мэйн. Ты так быстро получил назначение, сын. Я думала, ты хоть немного побудешь дома. Меня назначили в штаб. Штаб инженерного корпуса в Вашингтоне. Это не опасно? Да. Это самое лучшее назначение, мама. И самое безопасное. Инженерам не разрешают даже носить оружие, миссис Хаттон. Это правда. Армия оставляет поле битвы для таких, как Чарльз. Значит, они не будут служить вместе? Нет, мэм, боюсь, нет. Армия посылает меня как можно дальше, в Техас. Вторая кавалерийская? Верно. Техас? Ну, это же край света. Там нет ничего, только пыль, жара и краснокожие. И техасцы, испанцы, и самый лучший полк в армии. Роберт Ли командует второй. Ему должно понравиться, как ты сидишь на лошади. Лучше, чем стоял у классной доски. Скорее всего, я бы не закончил академию, если бы не Билли. Но я слышал, что Ли считает, что Техас прекрасен. И что у него есть сад, ручная гремучая змея. Кажется, я заведу себе тоже. Дамы, Джордж и я приглашаем вас ехать. Да, прошу вас. Вашу руку. До свидания, мама. Я всегда считала тебя сумасшедшим, Чарльз. Наверное, потому я так тебя и люблю. А я думаю, это все потому, что я лучший друг Билли Хазарда. Это очень неприятная связь для меня. Вот ты совсем другое дело. О, я искренне благодарен за это. Я сохранил все ваши письма. Каждый из них я перечитывал десятки раз. Когда я писала, я не так скучала по вам. Слушайте, Билли Хазард, вы не хотите даже поздороваться со мной? А привет, Эштон. Не очень-то приветливо это звучит. Вот. Брэд, дорогая, ну почему ты на меня так смотришь? Ты же знаешь, что Билли мне как брат, и мы просто поцеловались, правда? Брэд! Билли, ты же не собираешься снова убежать от меня? Как можно дальше? Это вряд ли удастся, милый Билли. Танцуете. К сожалению, в моем лице вы нашли не очень хорошего партнера. Присядем. Я так сильно люблю тебя. Безумно. Я тебя тоже. Но любишь ли ты меня или Эштон? Брэд, тебя. Тебя. Я не представляю жизни без тебя. Ты окажешь мне честь быть моей женой? Да. Вот да. Ах.
Что это за место? Химическая лаборатория. Вы сказали, что хотите найти интимное место? Ну, это подходит. А что за запах? Духи Янки? Это уголь. Мы делаем здесь порох. Как восхитительно. Так и будет, я обещаю. Все вы, Янки, похожи друг на друга. Воображаете о себе не весь что. Будто мы, южанки, ничего такого не видели. Когда мы покупаем новых рабов, их всех раздевают, чтобы мы могли удостовериться, что они здоровы. И я всегда пряталась в сарае и смотрела. Особенно, когда продавали мужчин. Тебе это нравится, правда? Все зависит от мужчины. До сих пор на меня не жаловались. Если ты такая же сладкая, как твой поцелуй, я оставлю тебе незабываемый сувенир. Все девочки мечтают о сувенире из Вестпойнта. Так вот, чего хотят все маленькие девочки. Эта малышка хочет побольше. Promotion's very slow, so we'll sing our reminiscences of Benny Havens, oh. Benny Havens, oh, Benny Havens, oh. We'll sing our reminiscences of Benny Havens, oh. May the army be augmented, promotion be less slow. May our country in her hour of need be ready for the foe. May we find a soldier's resting place beneath the soldier's blow. And place enough beside our Benny. Как в старое доброе время, правда, Ори? Но в этот раз мы не боимся, что нас поймают. And place enough beside our grave for Benny Haven's own. Джордж. Я скучал по тебе, дружище. 2 года — это большой срок. И не говори мне, что ты был занят на фабрике. Я знаю, что произошло между Грейди и Вирджилией. Джордж, я чувствую, что не все тебе сказал. Вирджилия была не права. Но это не твоя вина. Мне надо было сказать тебе тогда или написать. Главное, что ты сейчас мне это говоришь. Помнишь, в Пойнте ты сказал, что мы можем быть друзьями, если не будем говорить о разнице между нами. Но приходится, Ори, насколько это возможно. Надеюсь, свадьба поможет нашим семьям. Какая? Свадьба. Ну, они еще очень молоды, но... Билли попросил меня поговорить с тобой о Брэд. Он хочет ухаживать за ней и просит твоего согласия. Я не могу согласиться. Не сейчас. Но почему? Билли прекрасный молодой человек с головой на плечах, он... Джордж, не надо описывать мне достоинство Билли. Лучшего жениха я не хотел бы для своей сестры. Они сейчас вместе, они дружат, я благословляю их.
Тогда я не понимаю, почему ты не хочешь их брака. Снова начались разговоры о выходе Южных Штатов. Когда штат Каролина не сделал этого в 52-м, я решил, что все кончено, но это не так. Спасибо аболиционистам и хижине дяди Тома. Все решили, что Юг состоит из Саймонов Легрис. Нам просто не оставили выбора, Джордж. Вы так считаете. Теперь и я так думаю. Но разговоры об отделении не помешали мне стать твоим партнером, и они не остановят Брэд и Билли. Подумай сам, Джордж. Южная девушка, замужем за северным офицером. Какой будет их жизнь? Я всегда надеялся, что север и юг преодолеют свои разногласия. И сегодня, когда смотрел на этот парад, я убедился, что это возможно. Знаешь, я за этот брак. Но мне просто нужно время удостовериться в этом. За дружбу, Ори. За дружбу. Как ты себя чувствуешь, дорогая? Хорошо. Но могло быть и лучше. Ну, сейчас я немного устал. Но у меня есть друзья. Они были бы счастливы занять тебя. Эти ребята похожи на тебя. Любители, но хотят научиться. Я имела в виду, они друзья Билли Хазарда. Да, я так думаю. Просто проверь, чтобы так и было. Потому что меня интересуют только его друзья. В том числе и ты. Она настоящее чудо, правда? Она чуть меня не прикончила и всего исцарапала. Она пополнила коллекцию золотых пуговиц. Вудворд, осторожнее. Добрый вечер, Мэйн. Научись следить за обоими флангами. Это тебе очень пригодится в сражении. Это зависит от того, кто за мной следит. Друг или враг? Считай, что сегодня тебе повезло, друг. Нам лучше вернуться в казармы. Пока вы не ушли, можно задать вопрос? Кто-нибудь из вас видел мою кузину Эштон? Меня послали найти ее. Нет, сэр. После парада нет. А ты, Вудворд? Ты провожал Эштон на танцы. Где она? Там, где я ее оставил. Она захотела побыть в одиночестве. Что-то случилось? С ней все в порядке? Что ты с ней сделал? Только то, что она хотела. Давай, Мэйн. Но ничего не изменится, не случившись, не она сама. Я предупреждаю вас обоих. Если вы хоть что-то скажете о нынешнем вечере, я найду вас. И тогда пусть поможет вам Господь. Я не думала, что у тебя остались пуговицы, Майлз. Чарльз, что ты здесь делаешь? Ори послал меня за тобой. И ты пришел? Какой ты?
ты молодец. Твои друзья помогли. И они оставили подарки. Мне так стыдно. Я думала, что они джентльмены, люди чести. Но они воспользовались моей невинностью. Я умоляла их не говорить тебе. Я знала, что будет, если ты узнаешь. Чарльз, поклянись, что ты не будешь мстить. Мне невыносима мысль, что ты умрешь на дуэли, защищая мою честь. Одевайся. Ты знаешь меня лучше всех, кузен Чарльз. И ты хочешь меня, я знаю. Не позорь больше нашу семью. Да плевать мне на семью. А тебе нет, правда, Чарльз? Именно поэтому ты сохранишь в тайне наш маленький секрет. Потому что, если все станет известно, это оскорбит моего дорогого брата Ори. Оскорбит маму и уничтожит шансы на брак между Брэд и Билли. Семья переживет твои бесчинства. Стоит ли рисковать? Передай это Билли Хазарду. Видишь, я получила знаки их признательности. I'm only sorry he doesn't have any more friends. Спустя 3 месяца. Ты такая печальная сегодня. Я думала о моем отце. Ты, должно быть, очень скучаешь о нем. Да, правда. Но эти мысли были кошмарами. Он сказал мне перед смертью. Меня это пугает. Расскажи мне. Я давно уже хотела. Моя мать умерла при моем рождении. Я ничего не знала о ее семье. Отец всегда говорил мне, что они не одобрили ее замужество. Но это была неправда. Правда в том, что ее бабушка, моя прабабушка, приехала из Африки на судне с рабами. Для большинства людей моя кожа выглядит угольно-черной. Мадлен, 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 послушай меня, послушай. Я не большинство. Я тот, кто тебя любит. Так же, как твой отец должен был любить твою мать. Это тебя пугает. Я все могу понять. Я верю. Я люблю тебя.
Но настоящий кошмар в том, что будет, если Джастин узнает, что он женат на негритянке. Он убьет меня. Не стоит думать об этом. Я увезу тебя отсюда. Увезу. Ори, мы уже говорили об этом. Я тогда не знал всего. Ты права. Если Джастин узнает, он убьет тебя. Ты не можешь бросить Монт-Роял. Твоя жизнь для меня важнее. Разве ты не знаешь, что ты для меня самое дорогое на свете? Ладно, я поеду с тобой. Ты согласна? Когда? Нам нужно подготовиться. Через 3 дня мы встретимся здесь, но никому не говори, даже Маумсали. Даже никому. Я без нее не поеду. Хорошо. Ты скажешь ей, но больше никому. Что? Куда мы поедем? На север. Это единственный шанс. Я не знала, к кому мне обратиться, кому довериться. Я не могу пойти к Ори, к матери или Брэд. Только к вам. Вы мне поможете? Я не знаю, пока ты мне не расскажешь. Несколько месяцев назад я доверилась молодому человеку. И теперь у меня серьезные проблемы. Из-за одной неосмотрительной ночи. Вы меня понимаете? Понимаю. Я с ума схожу от всего этого. Вы же знаете, что весной я должна выйти за Джеймса Хантуна. Ты сказала ему, что носишь его ребенка? Нет. Отец не он. Я того мальчика почти совсем не знаю. Я встретила его в Вестпойнте на выпускном вечере. Меня захлестнули чувства. Я даже не знаю, куда его послали. Я знаю, что это грех, но так ли я должна быть наказана? Вся моя жизнь пропала, я потеряю единственного человека, которого люблю. А я очень, очень люблю Джеймса. Я правильно поняла, ты не хочешь ребенка? Я не могу, это невозможно, вы понимаете? Мадлен, я знаю вас, но у меня не было случая ближе познакомиться. Хотя вы мне всегда нравились. И о вас все так хорошо говорят. Особенно мой брат. Поэтому я прошу помощи у вас. Вы можете мне назвать того, к кому я могу обратиться. Я знаю, что есть люди, которые могут помочь девушке. Пожалуйста, Мадлен. Я помогу тебе, Эштон. Но мне не нравится то, что ты делаешь.
Я считаю, что нельзя рушить человеческую жизнь из-за одной ночи страсти. Есть женщина, тетушка Белнина. Она живет за болотами. Она говорила, что я могу рассчитывать на ее помощь. Но одна ты не можешь пойти. Мне придется пойти с тобой. Слава богу, Мадлен, вы самая добрая. Это надо сделать завтра. И Эштон, об этом должны знать только мы, ради нас же самих. Ты понимаешь? То, что вы можете сделать, ей так больно. Это пройдет. Оставьте ее, пойдемте со мной. Мама, Салли, присмотри за мисс Эштон, я буду на улице. Знаете, я делаю это ради вас, а не ради нее. Она плохо ведет себя со своими людьми. В ее жилах течет дьявольская смесь. Я знаю. Но я не могла отказать ей, ей больше некому помочь. Не надо больше рисковать собой ради нее. Она все обратит вам во вред и будет презирать вас за то, что вы знаете ее тайну. Этому я не верю. И ни в коем случае никогда не доверяйте ей свои тайны. Это безумие, тетя Белл. Мое дело предупредить. Убирайся от меня, Мадлен! Мисс Мадлен, возьмите бутылку виски и влейте половину ей в глотку. Меня, Мадлен! Отпусти! А вы, мисс, заткнитесь и лежите тихо, или я отошлю вас обратно в болото рожать вашего ублюдка. Эштон, Эштон, выпей это. Все скоро кончится, очень скоро. Выпей. Хозяин будет очень рад, что вы вернулись, миссис. Он жутко волнуется. Правда? Вас так долго не было. Спасибо, Клинтон. Он что-то знает, а? Нет, он ничего не знает. Только как пользоваться кнутом. О, Джастин. Извини, что я так поздно. Клинтон сказал, что ты волновался. Тебе понравилась поездка в Чарльстон, дорогая? Да. Ты что-нибудь купила? Ничего, к сожалению, мне ничего не понравилось. Ничего? Ну, надеюсь, тебе хотя бы обед понравился со старыми друзьями из Нью-Орлеана в отеле. Да. В каком отеле? В Империале. Помнишь, я говорила тебе? Да, помню, дорогая. Именно поэтому я провел там весь день с 11 утра до 4 вечера. Твои друзья из Нью-Орлеана не появлялись в ресторане Империал так же, как и ты.
Где ты была весь день и с каким мужчиной встречалась? Ты меня обижаешь. Или это был не один мужчина? Ты всегда убегаешь. Помогать рабам, утверждаешь ты. Ты спишь со всеми в графстве? Я ездила в Чарльстон с Маунсали. Ты скажешь правду, или я ее выбью? Не обижайте ее. Что ты сказала? Да нехорошо, вы бьете мисс Мадлена, она ничего плохого не сделала. Джастин, нет! Ты же хочешь меня побить. Ты права. Иди же! Пожалуйста, иди, Маунсали. Нет. Нет. Пожалуйста. Иди. Не иди. Надо. Джастин, успокойся. Нет. Нет. Я повторяю, где ты была? И с кем ты была? Я не предавала тебя. Я спросил, где ты была? У меня было частное поручение, только и всего. Прекрати лгать! Мне нужен ответ. Я уже ответила, я тебя не предавала. Я вышибу из тебя правду. Нет. Но я не сделаю этого. Считается ведь, что ты леди. Опорка это только для рабов. Я подожду, пока ты не ответишь. А ты останешься здесь, в этой комнате, пока не скажешь правду. Дни, недели, месяцы, пока не примешь решение. Пожалуйста, не оставляй меня здесь, Джастин. Оставайся, пожалуйста, здесь. Не оставляй, Джастин. 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 Миссис, печальное сейчас время. Вам так плохо. Не горюй обо мне. Тебе это дорого обойдется. А как Маунсали? Она ко мне не приходит. Мистер Джастин не позволяет ей. Он все время за ней смотрит. Мистер Оримейн и его мать приезжали навестить вас. Было еще много других людей. Но хозяин говорит, что вы никого не хотите видеть. Я понимаю. Ли, могу я попросить тебя принести еще воды, чтобы умыться? Мистер Джастин говорит, этой воды хватит на все. Спасибо. Увидимся завтра, миссис.
Мадлен! Помоги, Салли! Я пришла выпустить тебя, дитятка! Я же говорил, что убью тебя! Твоя негритянка тебе больше не поможет, мистер шлюха! Джастин. Пожалуйста! Нет. Пожалуйста, нет, нет, мистер Джастин! Нет! Ha ha.